Новосибирска. Это Алина Хлебнова и Михаил Хлебнов. Только они уже в руках держат совсем другие инструменты. Алина освоила прекрасно аккордеон и уже настолько хорошо освоила, что покоряет международные конкурсы, а Михаил освоил баян. Ну вот видите, у них какие шляпы, они встречаются. Воронежский ковбой. Скажу, пока устанавливают микрофоны, что Михаил уже и сам начинает писать аранжировки и сочинять музыку, и много у нас уже играл на фестивале, но сыграть мы захотели вдвоем, брат и сестра Хлебновы. Самый блистательный номер, которым хвастаются все аккордеонисты России. Не догадываетесь, что она сейчас играет? Нет? Какая самая популярная?
прекрасная пьеса для аккордеона. Ну, конечно же, пьеса Альберта Фоссена, а у нас она известна как пьеса Юрия Шахнова «Карусель». Алина Хлебнова, встречайте! Сейчас мы узнаем, как она умеет.